А в субботу на заключительном совместном заседании представители правительств Москвы и Карелии подводили итоги и подписывали официальные документы. По заявлению Сергея Катанандова, эти два дня работы способны коренным образом изменить ситуацию в республике к лучшему. Достигнуты соглашения по многочисленным вопросам во многих областях экономической, социальной и культурной сфер. Согласно подписанной программе совместных действий, заключены долгосрочные взаимовыгодные договоры, направленные на укрепление и развитие сотрудничества между Карелией и Москвой. После подписания пакета соглашений стороны вручили друг другу памятные подарки. Петрозаводск получил символическую фигурку Георгия Победоносца, а в Москву, помимо прочего, уехали берестяная кепка и набор продукции по ЛВЗ, которую, как уверял собравшихся Юрий Лужков, попробовать ему в Карелии так и не удалось.